тем, как ты начнешь, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для того, чтобы снять видео, я вышла на улицу. Заходим в камеру и снимаем первое видео. Первое видео у меня будет клон, которого обливают. Я постою и сделаю такое движение, как будто меня хотят облить. А я останавливаю воду и ухожу. Вот так. Снимем несколько дублей, чтобы можно было выбрать хороший. Второе видео снимаем уже с водой. Наливаем в емкость воды и становимся в другую сторону. А пока вы смотрите, как я наливаю воду, подпишитесь на мой инстаграм. Вот моя страничка. Представляем себе, где у нас будет стоять клон, и туда льем воду. Тоже снимем несколько дублей. Видео мы сняли, теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9, мультимедиа, все, и добавляем наше видео клона, который льет воду. Вот оно. Ищем тот момент, который был самый лучший. Мне нравится там, где я бросаю воду здесь. Поэтому я разрезаю и удаляю ненужные части. Вначале там, где начинаю бросать, и в конце там, где вода уже упала. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем нашего второго клона, который останавливает воду. Вот это видео. И ищем кадр, который у нас круто получился. Разрезаем и подвигаем, смотрим, совпадает ли наше видео. Подстраиваем наше видео так, чтобы оно совпадало. Я увеличила видео немножечко так, чтобы оно совпадало. Теперь увеличиваем наше видео до нужных размеров. Теперь выделяем наш слой и нажимаем обрезка. Включаем маску. И выбираем квадратик с закругленными углами. Нажимаем на галочку и подстраиваем нашу маску. Уменьшаем. И прозрачность краев поднимаем. Нажимаем на галочку. Давайте посмотрим. Теперь выделяем наш слой и подстраиваем маску. Вот так. Теперь выделяем наш слой и нажимаем на настройки цвета. И подстраиваем так, чтобы не было видно перехода. Вот так. Теперь выделяем наше видео и разрезаем в том месте, там, где мы подбросили воду, и она у нас в воздухе.
нажимаем на ножнички и нажимаем разделить и ставить в стоп-кадр. Вот что у нас получилось. Теперь выделяем наш стоп-кадр, нажимаем обрезка и нажимаем на равно. И теперь я хочу последнюю часть замедлить. Нажимаю на управление скоростью и замедляю, нажимая на галочку. Подстраиваем стоп-кадр так, чтобы он заканчивался со слоем. Обрежем ненужную часть в конце. Смотрим, что у нас получается. Если все еще видно переход, регулируем размытие кромки и регулируем настройки цвета. А если после сохранения видео будет видно еще переход, можно в программе Like или TikTok добавить фильтр. Теперь где-то здесь разрежем и подстроим маску. Я все подстроила, мне все нравится, теперь я хочу сохранить. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить, подождем, пока наше видео экспортируется. Еще раз на стрелочку и сейв видео. Все, наше видео сохранилось. Очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик! И смотрим видео второго лайкера. Пишите хэштег «Снежаны Снежок» и хэштег «Хочу видеть Снежаны». Я